И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Warface. Продолжаю играть в тот же день. Решил, думаю, крутану я коробочки. И решил крутануть коробку грач с грачом. Ну и, конечно же, с первой коробки я достал. Почему у меня на камеру не получается крутить, не знаю. И почему у меня нужное не крутится. А вот грач крутанулся и сразу. Пушка классная, пушка прикольная. Вот, и меня она вполне себе устраивает в этом плане. Получше, чем Беретта, если уж на то пошло, потому что, ну, не знаю, поудобнее, я бы так сказал, да и бьет единичными патронами. Вот, открылись рейтинговые PvP, так что, возможно, я буду играть, стримить именно на них. Не знаю, если в этом смысл нет, возможно, я буду играть... Ну, не знаю, там посмотрим. Пойдем в Блиц, сыграем немножечко. Мне нравится эта игра. Сейчас играли в Блиц. Там конкретно просто чувак прям конкретно без палева играл. Только появляешься, он стреляет в голову. Прям тащит просто. Вот, молодец, прям. 16 убил, 2 раза помер, и то тупо из-за того, что его зажимали, ну, в несколько рыл лазили на него и зажимали. Вот, конечно же, все умные люди на него жалобу кинули. И, кстати, вот чем отличаются ветераны, здесь меньше пишут, типа, всякого говна в чат. Вот, и... Я вот сейчас просто высматриваю его. Нет, его нету. Вот. И чаще начинают писать, типа, да забаньте вы его и все. То есть, по факту, то есть, люди кидают жалобы и так далее, вместо нытья. И, блин, это здорово. Только ради этого уже стоит здесь играть. Но, конечно, очень тяжело в том плане, что... Читаков, конечно, очень много. Ладно, я не везде есть. Я не понимаю, как говорится, не можешь срать, не мучи жопу. Вот, зачем они играют, непонятно. Ну да и бог с ними. Сделал я им сюрприз напоследок. Им нужно было мину, бомбу разминировать, а я просто мину поставил, там, сюрприз, мазафака! Двоих убиваю, и я счастлив в этом плане. Да, как говорится, сюрприз им сделал напоследок, и я получил... дополнительный балл в плане сюрприза, и все здорово. Погнали, посмотрим, что, как, где, зачем, почему, что получится, что не получится. Посмотрим. Давай уже грузить, твою мать. Алло, грузи. О, отлично. Так, мы в защите, отлично. Погнали. Так, значит, мы за Варфуни, да? Так. Йоу! Уже бегут. Тихо-тихо, чувак, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо! Да какого фига уже со спины был? Он был со спины уже, офигеть. Это просто гений. Ну, в смысле, я про нашего. Хотя и у них тоже чувак просто гений. Он просто подождал, пока он респнет и убил двоих. Просто 2 килла сделал. Блин, это круто. Это круто. Это было реально круто. Господи, это вот настолько офигенно, что... Что я, блин, не знаю, я сейчас сдохну опять, 10% я сейчас сдохну опять. Не хочу идти туда. А, воин из Чечни, или кто там? И, короче... А я его читал как воин из Чечни, ну ладно. Я в этом плане, лошара, ну, все-таки, я думаю, все-таки воин. Ой, я лошара, я сейчас просто его пропустил! Ёб твою ж мать, а? Меня спас алмаз. Стой, починю! Да хорош! Да пошли в жопу все в очко, парень, тупые.
Задолбаете меня. Хочешь ваш починить, а вы еще. Дай очки заработай. И пошли вы все. Черт повери. О, я одного убил. А когда? А, точно, в начале зажим был хороший. Я забыл уже, когда убил. Нормально. Нормально идем пока что. Не про каналом. Так. Да пошел ты, пошел ты, пошел ты! А, понятно. Я просто задумался, а как он сдох-то? Вот, там мы вот спасли уже. Так, тихо. Так, пошла жара, перезаряд. Все отлично. Вот, почему я смотрю вечно вниз? Почему я такой дебил? Я сразу начинаю как-то по истерике смотреть вниз. Вместо того, чтобы стрелять в голову. Я не знаю. Руки не потом заточены. Ну ладно, короче. Сейчас будет бум. Нет, бум не про канал, он я разминировал. Все, мину разминировали. Он по ней стрельнул, он ее увидел, он по ней стрельнул. Ну что? Тут... О, точно, здесь же это можно посмотреть. Вот, а тап нажать. А, да, воин, чисти, все правильно я читал. Блин, господи, я думал, уже неправильно ничего пока не читал. Ну куда я ее поставил? Ой, в натуре жиробасина. Так, погоди, там у нас что? Там у нас все плохо. Воу! Одновременно рванули. Я не хочу туда идти. Воу! А почему я не бежал? Я вообще-то шифт жал. Почему я не бежал? Скажите мне, почему я не бежал? А, черт побери. Стой, подожди. Дай, починю я тебе, дай починю. А, хоть как-то очки заработать же надо. Тихо! Нафига я перезаряжался? А, ну без вариантов. Да ладно, воскресили. Валите их нафиг всех! Вали на землю, ломай ему печень! Есть! Не зря меня воскресили. Вот обожаю, когда так вот не зря воскрешают. Офигеть, я двоих убил. Не зря меня. Вот обожаю, когда так воскрешают, и этот человек приносит пользу команде, не просто сдохнет как говно. И вот я сейчас был тем самым человеком, который принес пользу команде, не сдох как говно. Я двоих завалил, и мы затащили. Черт, это кайф. Аж лошара. Твою мать, лошара! Тихо. А, у меня на пистолет не переключился, но я убил медика. А это главное. Я считаю, это главное. Да ладно, у них там медиков сраного туча, блин, еще трое живых. Толку от того, что я медика убил. Реально прикалываетесь? Я мины не поставил. Я забыл мину поставить. Я настолько в раш вошел, что я забыл мину поставить. Лент. Лент. Что за лент? Так, их-то там... Воу! Вон они, бегут! Чувак, ты куда смотрел? Они просто толпой просто бежали. Фак! Врагу удалось обезвредить бомбу. Фак! Оу, а вот это уже фигово. Я хочу залезть. Погнали? Эх, молодец. Погоди, только не спеши. Ты говоришь, что спеши, чувак. Мне страшно. Ёп, будешь налево. Вау. Я, короче, безумный дебил.
Ну, не знаю. Ну, давай так, короче. Хоть куда-нибудь поставлю. Я чайный осел. Все, погнали. Твою мать, во сколько там было? Вот это я растерялся. Не, это, конечно, да. Это, конечно, да. У них столько медиков, это, конечно, да. Давай попробуем тоже за медика зайти. Почему бы нет? Хоть будем пытаться воскрешать. Толку от моих мин никакого. Тем более сейчас. Поэтому давайте за медик попробую зайти. Ё-моё, они просто тупо все воскресились. Они все поразрезались. В этом плане. Нужно обезвредить заряд. Раунд начался. Пошла жара. Осторожно, граната! Граната! Кидаю граната! Все, бочком. О, фак! Черт, убери, я ослеп. Сейчас тебе станет лучше. За мной должок. Отлично. Мне не хватает очков. Погоди, где там еще? Йоу. А, у него сайга, походу, дело. Ну, скорострелка. Да, у него сайга. А я... О, вот это молодцы. Вот это здорово получилось. Не, ну чё, я воскресил. Я сделал полезное дело. Я вам так скажу. А, ну я еще мину перед воротами убрал, так что вообще зачетно. Твою мать, сверкалки долбаные, а. Так, там уже наши зашли, не буду кидать. Хотел фляху кинуть. Отходи. Давай. Все, на что меня хватило. Давай, тащи, чувак, тащи. Чей вечно люблю на детальную дистанцию пытаться что-то сделать. С ближнего оружия, с ближнебойного оружия. А, давайте, чуваки, я вас верю. Нужно срочно минировать. Давай. Мина! О, меня воскресили! Отлично. Погнали. Черт побери, мы всех убили. Мы победили. Бомба обезврежена. Здорово. Да, за инжа надо в дефе и за медика в атаке. Вот, вот это все, что я могу делать. Мина в дефе и бомба в атаке. Ой, воскрешение в атаке, это, конечно, да. Здесь есть кто, нет? Оу-е! Уда! Я растерялся. Я после этого убийства, я просто растерялся. Я не ожидал этого. Что я убью еще и в подкате. Блин, да уж. Честно, не ожидал. Не ожидал. Вот то, что у меня еще хоть что-то получится в этом плане. Так, ну, чувак, тут, конечно, да.
Тут, конечно, я одно могу сказать. Все плохо. Придурки тупые. Из-за того, что он сидит, сразу кикать. Чего ждем? Ну, так и так сольется, вот решил не сливаться. Очки не терять. Хотя какие очки он собрался терять-то? Да уж, ну, не спорю, тут глупо сидел. Зато двое сдохли просто тупо от бомбы. Так, куда вся толпа? Давай я вот так гранату кину. А он так флешку. И раш на этот раз не буду. Твою мать, что творят? Все разломаю нафиг. Нафига? Я стрелял. Ой, у меня тут это стоит. Отлично. Да ладно. Вот это было прикольно. А вот это мне понравилось. Не, в целом как. Блин, в целом было прикольно, бой, и я что-то делал, особенно в самом начале, когда меня воскресили, я двоих убил, и мы за это затащили, это, конечно, было прикольно, и неожиданно, но я лучше в команде по помощи, да, насколько у меня, кстати, попадание в голову 2, прикольно, и реанимации 2, ну, конечно, я не тащу, как вакуумщик, но все равно. Как говорится, все равно. Я лучше по помощи в команде. Я хилял людей. Все здорово. Все. Ну давай, выходи уже. Вот такие вот дела, народ. В общем, пишите, конечно, комментарии. Мне вообще интересно любое мнение по этому поводу. Что, как, где. Пишите. Ну а на этом уже точно все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Вы это не делаете, но я на это надеюсь. Все, ну это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.